Всем привет, уважаемые участники нашего клуба. Сегодня хотел бы поговорить про такой инструмент, как ручка-зажим от фирмы Tami. Сразу хотел бы сказать большое спасибо директору интернет-магазина edward.ru за предоставленный инструмент для обзора. Tami выпускает несколько вариантов данной ручки, зажима, он же мини-дрель, ручная дрель в простонародье. Вот, но данная модель, она зажимает сверла от 0,1 до 3,2 мм. Зажимает она разный диаметр за счет сменных цанг. У нее вот цанга и еще тут откручивается и еще одна. То есть за счет сменных, получается, цанг, мы можем поменять диаметр и зажимать разные сверла. Ну, сейчас я поставлю одно из самых маленьких для практически нулевых. Такой инструмент, мне кажется, должен быть у каждого моделиста, потому что, чтобы рассверлить дуло пулемета, в некоторых моделях даже дуло танка, этот инструмент просто необходим. Сейчас я для примера скажу вам, покажу на сверлах Jazz. Так, возьмем сверло. Зажмем его. И возьму литник от модели. Вот такой вот литник, и покажу. То есть довольно удобно им. Ну, если это там ствол, не знаю, танка, можно взять вот так вот. Сначала маленьким лучше наметить диаметром, потом уже большим спокойно пройти. Вот так вот очень удобно и просто. Мы высверливаем отверстие внутри литника. Также этот инструмент необходим для любителей авиации Первой мировой войны, где на самолетах нужно устанавливать расчалки, то есть чтобы просверлить плоскость крыла, вставляем маленькое сверлышко и сверлим. Так, ну, на крыле это будет поинтереснее, конечно, крутить, чем литник. Вот, и это прекрасно, очень все у нас просверливается. Как вы видите, все это очень быстро, буквально за считанные секунды мы просверлили отверстие. Кстати, оно получается ровное, то есть что с этого конца никаких, там все пилочки на сверлышке. Вот такой инструмент я вам хотел сегодня показать, рассказать про него. Покупайте, приобретайте, он просто необходим в моделизме, он должен всегда быть под рукой. Мы, конечно, не часто им пользуемся, но он должен быть все равно под рукой. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи, спасибо, до свидания.